по-моему, да. Поддерживает. И Oculus Rift поддерживает. Все поддерживает. Ты улетел так быстро? Ты у планеты вроде задержался еще. В полном ходу летишь? Я на 75% обычно я быстро не разгоняюсь. Потом фиг затормозишь, значит. Он тормозит. Вокруг дома с песнями летает Макс постоянно. Я летаю. Способ уйти от интердикта в том числе. На прямой, когда ты тормозишь все медленно по прямой, и тебя все ловят. Меня нет, тебя ловят. Наверное, меня боятся уже. Тогда ты вон Harmless, а я просто мостер Harmless. Почему я столько всего сделал? Столько награбил. Я у тебя сколько в статистике? Фрагов, сейчас скажу. Фрагов. Кстати, где это посмотреть? Bounty Claim 57. Кстати, пистил 128 систем. Bounty Claim 8. Combat Bonus 15. Что-то в комбат не вижу число фрагов. Вижу только баунти сколько. Хребень там смотрю. Чуть-чуть осталось. Угу. Тогда не успел согласиться. Интересно, они знают, что Гуслар Джапинец стоит сфероидными. Мень-то где кто-то? Тут выйди из круиза, да наваляй. Ты мультипенный или фрагмент пенный просто? А я к солнцу приближаюсь. Блин. Ой, солнце не греет, когда ты тебя интердит. Нет, как раз таки греет. А вот сейчас оно потом не греет. Забавно. Короче, я около мытика. Хорошо, я сейчас охладиться. Система. Охлади свой пыл. Что там за хренотень спит, Таня? Ворона с пупцой внизу. Что, давай заходить, может, уже. Да пошли. Вот, вот. Вон напротив ворона пупцова. Я пока поваю. Вон, тут еще турель. Была. Аккуратней. Справа. Оверамит. New target acquired. Эй, эй. Тоже у маячка. Тебя не вижу. Давай ее. А тут? Тут война? А, вижу тебя вон. Похоже, это ты. Промахнулся. А зачем ты с ней воюешь? Она вон тут. Мы не врючие. О, мне кто-то помогает?
Империал Клипер, похоже. Так, у меня ларм кончились, только лазеры остались. Ой, он, правда, по мне попал. Отречем, да ладно. Вот тебе и can't catch me, 10 стрелок. Тебе досталось? Ага. Угу, это я ракетами стрелял. Так, а ты где? А, вот он. Теперь у меня клипер красный, потому что он по мне случайно лазерами прошелся. Мусор только выкинул, откуда у него столько? Ты синий. Где? Ты регенерация. Может быть. Я тоже синий. А, я, может, нажал действительно. Сейчас. Надо наверх заходить. Куда? Да, я нажал. Генератор? Да. Я иду с тобой. Повести так. Захожу наверх. Куда ты стреляешь? Я думал, кто-то прилетел. Вообще-то много. Ну, с одним. Почему я его не забыл вылезти? Там уже крыша. Там топ. Надо генератором проходить. Не стоять. Дальше взять первую девочку. Девочку, наверное, надо побежать. Есть, один генератор я вынес. Ты стоил не тень, да? Вы атакуете? Да. Как-то близко. Ну, мне ревеки, наверное, нет, заставил. У тебя радиатор там пошевеливается забор, как жабы, действительно. У тебя, кстати, вот этот датчик, который неизвестно что измеряет, он из щита теперь торчит. Теперь можно наружу убрать. Какой датчик? Покажи. Сейчас я по фото увидишь. У тебя как жабы. Резко поднимается, плавно опускается, резко поднимается, плавно опускается. Эти радиаторы. Прикольно так наблюдать за этим. У тебя справа что стоит? Слева ракетница. Так. А, тебя справа. Shield Bank. Нет, оружие какое. А, справа пилон. О, второй генератор выносил. Отлично. Я тебе под щит прям залез. Смотрю на лазер. Под правый рак вроде как. Ну как он называется? Фрагмент кэнон или мульти кэнон? Не вынес. Мульти кэнон. Нет, я уже не хватило. Мульти кэнон — это хорошо. Там все собрались. Но. Там очень много. Он с упреждением. О, хлебало открыл. Как это выглядит? Наши почему-то в Е7 застряли. Можно полететь контейнер. Если прошли все, то могли бы пройтись. Так, когда контейнер по... подлетает вплотную к хлебалу, оно его закидывает внутрь, закрываясь. Может, по фото же нет или не будет? По фото, если ты щиты отключишь, я не могу, он еще синий. Второй ворот поломал на фото. Выключил. Во. Блин, опять посинел. Да. Нам сейчас надо направо идти, правый генератор. Да, выключил щиты, почему я синий? Поинты сложились, щиты не исчезли. Я, знаю, я побежал на правый генератор, тогда пока. Они я там пока слева вроде занят. Ух ты, как пить, так солнце отражается красиво.
Атмос, блин. А он стоит, ничего не делает. Или делает все-таки что-то. Я что-то по нему. Я мимо бежал, по нему пострелял, он не отвечал почему-то. Солнечно было. Нет, нет, низа появился. Низа. Ты хоть увидишь, как ты хлеба. Ты как рыбка рядом плаваешь с этим же хагарем. Кирилл, ты ворота вынес, а турель не убил. И направо. Я из-за этого сейчас столько понаполучал. Сначала от турели, а потом от кого-то ракетами. Так, у меня тут эти... Так. Угу. Лохи. Чё ты такой сильный? Он же меня сейчас закусывает. А, он же свои подошли. Там к тебе свои подай свои. Должен. Всё. А почему себя погасил? По-прежнему синий? Угу. Не знаю, может это синий, а не от звезды. Я же не синий. Ты нет. Сказал бы щиты. Последствия, последствия того все-таки. А, синюшность вот это? Даш, это баг. Это ему щиты сняли, они у него анимация зависла на середине. Сняла. А, ну-ка регенерей их тогда. Ну, регенерей вот сейчас. Выключи щит. Включи. Да, полностью выключи щит и включи. Да, я Кирилла перестал видеть. Да. Где? Я в игре. Я вышел. А, ты уже? Я пошел салоном в двор. Салоном. Да, был Беларов. Ладно, конечно, сегодняшний раз. Печально. Делай нормально. Ой, блин. Что это было? Я выстрелил, случайно. Геншот с пушками теперь мне сделай с освещением, с нормальным. Ты как гороскоп выпусти. Забавно. Повернись немного, вот так, хотя скорее наоборот, сейчас. Сейчас, наверное. Их там очень много справа. Я уже почти всегда все расстрелял, можно идти спокойно. Там НАТО с Варом. New target acquired. Что-то у меня трекер не хочет узнавать в игре. Не работает. Что-то делать надо, просто так его не делать. Один ход сложился. Так, вернись.
да. Да и не сюда, как я. Тебе как-то свет играет. Нестабильно. Тень. По-моему, скрыли. Ты скажи, как повернуться? Нет, блин, их очень много. 6-6. Да, вижу. Побольше, походу. Одним меньше. Помогайте, блин. Матос он наверху на горке стоял, не задолбал. Просто там ссылка на форум, поищи. Там, может быть, народ писал настройки. Там есть тема по железу. Так. Да, все, я кончился. Там дверь видно? Ну, пострелял не очень хорошо. Окей, подожди. Сейчас я освещу его. Так, давай я к солнцу повернусь. У Игла там, по-моему, прям видно дверь. Ну, ступеньки и люк. Плюс ли. Правильно. Толстые сзади. Нет, именно две ступеньки у кобры спереди на шасси. Очень хорошо видно. У Игла есть. Да. Там лючок. Все, я. Давай. Лестницу я вижу. Дверь не знаю. Надо к солнцу повернуться. Я поворачиваюсь. Нет, в тени. Еще, вот с тобой. Также туда же ступеньки вижу, а дверь не вижу. Синюшность все затмевает. Target acquired. New target acquired. Стоп, не крутись. Ну, у меня только ведерко, ну то есть Фюллер. Я пойду, наверное, через левые ворота. Потому что у меня ЕЦМ есть, я попробую зайти им в тыл. У тебя турели быстрее распилить, чем ты дойдешь до правого генератора. Надо справа заходить. Хорошо. Справа, значит, справа. Там, ой, там их много чего. Вон прям красным-красным все. И вообще все в тени. Там, может, и перед солнцем, да? Я... нет. Не я вроде тень создал, или я? И? Вот так. Не, там двери не видно. Я еще не нарисовал, а, туда дверь, короче. А так? Ступеньки видно, а двери не видно. Так тоже не видно? Mm-mm. Блин. Печально. Ну что, конфликт-зона или что? Или заканчиваем? Так у нас своя конфликт-зона. Постоянно твоим маячка. О, полетели по маячку. Вон туда где-нибудь найдем. По-любому, видишь лазер? Видишь, да, впереди? Осторожно, Кирилл, на листу. Клипы не успокаиваются. О, команда. Кто-то рекламирует. Клип этот не успокоится, все. Hot pants. Он wanted? 12. Надо его бить. Бинго. Блин, он такой огромный издалека. Надо наверх заходить. Я пытаюсь.
Блин, мой враг. Кто забрал? Не я. Лаконь. Лаконь долбанный. Лаконь забрал фраг? Да. Я офигею. А нет, может быть, командир СС... Дай ему вот этот. Он тоже в него стреляет. Он кончился. Война. Никто не стреляет. Тоже клин. Что-то все клин. Блин, сток. С кем? Каким-то вайпером. Не игрок? Нет, не писи. Так, идем на третий генератор. Я умер. Я понял. Я тебе говорю, что мы идем на третий генератор. Давай идите куда хотите. Потому что у меня резко. Как это зависит от квестенс? Что если его подобрать, попробовать крыхач? По-моему, ничего. Да, ничего. Кратер вы. Управляем. Кто-то курит, а? Пофиг, мы можем отсюда сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот. Она телепортируется. Вот отсюда не умеет. Угу. Ну я нафиг. Я пострелял чуть-чуть по ней. У нас преимущество в количестве. У них осталось всего 8 человек. Я потерял. Кого? Ну хочу здесь... Нет, вот так вот... Нет, я этим заниматься сейчас не могу. Не, он дуэли зачем-то бьет. О, кто-то красный меня. Хотел дропшип, о-о. Почему он дропшип? Козел у меня дропшип. А, потому что он вонтед. На нем 39, помогай. А я отмечу так и тут. Сейчас, подожди. Эскортом кто? А, Type 7. О, блин. А вот красный, да? Вижу. Вон этот. Ему под раздачу главное не попасть. Смотри, вылетает контейнер, может, блин. Попал по кому-то. Куда ты побежал? Ага. О, козлина, он еще и щиты регенерирует. Target destroyed. Не удерет. Да, есть. Блин, что? Ты? Я. Блять! Зато тут голд. Всё, забирай. Тебе фиг тогда. Ты мой фраг забрал. Мой фраг. Мне был как-то не очень и нужен твой фраг.
Так, по-моему, мне полиция говорит, что-то написали. О, руль тилея вот я